известный писатель и маг Всеслав Соло. Вы можете научиться выходу в астрал, магические операции, материализация любимого человека, энергетические тайны денег, реализация желаний, магическое управление своей жизнью. Я приветствую всех наших телезрителей. В эфире новая передача, 40-я. Значение слов или человеческая речь, так она называется. И я, ведущий этой передачи, Всеслав Соло. В студии сегодня будет задавать вопросы мой соученик Радси Татарис. Здравствуйте, Всеслав. А я, как всегда, буду стараться отвечать на его вопросы глубоко, широко, интересно, многоспектрально. И тут же вдруг я вот сейчас вспомнил, в Библии есть такое интересное место, где Христос говорит: «Не думайте о том, что ешьте или пьете, а думайте о том, что слетает с уст ваших». Смотрите, какое огромное значение придавал слову Христос, Библия, древнейшая книга на земле, одна из самых древнейших. Значит, получается, человечество давно уже подразумевает за каждым словом какие-то удивительные вещи, какие-то удивительные энергетические возможности. Помните поговорки, слово, да, как воробей, не воробей даже, а вылетит, не поймаешь. То, что написано пером, не вырубишь топором, ну и так далее, и тому подобное. Это вот то, что сейчас просто приходит на ум, вспоминается мгновенно. Я думаю, что сегодняшние вопросы у Рати подготовлены интересные. И мы постараемся эту тему открыть вас с таких позиций, с каких вы еще на нее не смотрели. Чтобы вы вдруг фундаментально, уважаемые телезрители, пересмотрели свое отношение к словам, которые употребляете в своей ежедневной жизни. Ну что ж, послушаем первый вопрос Радси. Так или иначе, но на протяжении всей жизни человек пользуется словами. Для того, чтобы общаться с окружающими его людьми, для того, чтобы общаться с Богом, либо для того, чтобы общаться с самим собой. Так часто бывает, что когда человек остается один, либо бывает, что и не один, он все равно разговаривает сам с собой, либо вслух, либо про себя, но так или иначе он пользуется словами. Когда маленький человечек появляется на свет, первыми его словами, если это так можно назвать, является крик, набор бессвязных звуков. Но если мы понаблюдаем за ребенком, то когда он лежит в коляске, либо где-то ковыряется там, в песочнице, либо в игрушках, он так или иначе издает звуки. Поначалу они бессвязны. Но чем больше он находится среди людей, тем больше его звуки превращаются в слова. Звуки становятся оконкречены в слова, которые он произносит. На протяжении жизни человек общается с окружающим его миром. Перед тем, как уйти в другое пространство, иное измерение, человек зачастую произносит тоже слова. Появляется такой вопрос, который мне хотелось бы вам предложить. А, собственно, откуда появились слова? Кто создал слова? Каким образом получилось так, что звуки, которые может издавать человек, превратились в оконкреченные слова? Почему то или иное слово обозначает то или иное действие или тот или иной предмет или явление? Почему слова значит именно то-то и то-то? Слова для современного человека, особенно учитывая события на Украине, когда каждое государство перепевает их на свой лад, и вроде бы у каждого государства свои собственные правды.
Я не занимаюсь политикой, но мне очень интересно, насколько пофигистически современное общество относится к словам. Вот все думают, что ну произнес слово, ну и фиг с ним. Подумаешь, великое дело. Ну произнес сегодня одно, завтра другое, утром одно слово произнес, а вечером десятое. Какая разница? Ну подумаешь, вот все международные СМИ ну, врут, брешут, да? Какую-то пропаганду ведут, неправоту. На какой-то стороне стоят или против какой-то стороны стоят. Политика там и так далее. Все думают, ну подумаешь, ну великое дело, это же тебе не загрязнение окружающей среды, подумаешь, слова, великое дело, да? А ведь, если серьезно вдуматься, каждое слово – это механика. Вот давайте с вами разберемся, что такое слова. Мы живем с вами в огромном коллективном разуме, огромное сознание, почему вот… Я и создаю сейчас новую эру всемирного сознания, точнее, она уже создана, даже не столько мной, сколько вообще исторически должна была быть, а я просто объявил ее, да? Так вот, вокруг нас везде мы живем во всем мире именно сознанием своим, во всем мироздании мы присутствуем сознанием своим, и общение происходит на разных уровнях ячеек этого сознания, как на энергетических уровнях, астральных, так и на ментальных уровнях, более молниеносных, это когда человек мыслит, и на духовных уровнях, но и на физических также. Когда вы произносите слово, то включается целая рецептура этого блюда. Представьте себе, что слово, каждое слово, это своеобразное блюдо. Или же ингредиент, да, какого-то блюда. И если вы неуклюже соберете букет слов и скажете свою какую-то речь кому-то обращенную, то вы можете отравить человека этими словами или целое общество, можете вызвать войну, можете вызвать еще чего-то, а вы скажете, ну подумаешь, это все касается только людей и не более того. Я вам скажу, нет, нет. Каждое слово – это действие. Существует множество эгрегоров в нашем коллективном разуме, и каждое слово – это определенная возможность действовать. Это, знаете, вот как включить-выключить. Вот кнопочки там или тумблеры есть, да? Включается или выключается поток электричества по определенным цепям. Поэтому сказал слово, и может начаться ядерная война. Вы знаете, смотря, я обычно говорю своим соученикам так, смотря какое слово и в каком сознании произнесено, от какого лица произнесено. То есть бывает так, что от одного слова может начаться огромная война или закончиться. Понимаете? Конечно же, от уровня осознанности человека, от его авторитета в этом коллективном разуме, да, зависит то, какое слово и когда, и как он произнесет. Помните, еще есть такое понятие, смотря какое слово, какое время произнесенное. А я добавляю и кем еще произнесенное, прежде всего, кем произнесенное. Поэтому вот кто-то скажет какое-то слово, или даже тысячи человек скажут какое-то слово поганое, там война, 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 и ничего не начнется. Все будут улыбаться и жить дальше в мире. Но кто-то один, имеющий авторитет энергетический, скажет одно слово, и война может начаться. Вот у меня, допустим, снимают квартиру, как бы соседи мои, люди армянской национальности, очень себя плохо ведут часто. Естественно, у меня внутренний протест против этих людей. События крайнего времени, видите, нам говорят о том, что смотря кого раздражать. Я не считаю, что мое сознание как бы имеет самый последний авторитет в мире. И если я раздражаюсь против подобного, то и возникают определенные политические события потом. Понимаете? И вы все их знаете. Я не хочу сейчас употреблять, потому что мне это неинтересно. Мне важно просто сказать, насколько мы зависимы все от своих слов и насколько слова зависимы от авторитета человека, который их произносит. Поэтому можно говорить с утра до вечера многое-многое. Я тебя люблю, я тебя люблю.
а потом однажды попасть и сказать авторитетно, правильно, и человек поверит тебе, что ты действительно любишь. Понимаете, это настолько важно, настолько вот серьезно, вы еще никогда не готовились так к словам, вы к ним спустя рукава и уши относитесь, а надо слова очень серьезно анализировать. Особенно вот те слова, которые имеют множество разных смыслов. Одно слово разные смыслы имеет. Ну, это отдельный разговор. Так вот, получается, что все слова на своем месте. И надо очень аккуратно к ним относиться. Современное общество забыло об этом. Вообще почти забыло. Поэтому сплошные враки, сплошные какие-то дезинформации, еще чего-то. Вы думаете, что это просто так пройдет? Бесследно? Любая дезинформация. Это же ложь. А ложь обязательно кармически наказуема. Причем наказана будет та страна, которая провоцирует эту ложь. Вплоть до полного уничтожения. Даже уничтожения природного. То есть ее может утопить, ее может вулканом залить, там, ну все что угодно. Вплоть до уничтожения планеты даже. Понимаете? Ведь нельзя бесконечно лгать. Это опять касается украинских событий. Пора уже говорить правду. Я сейчас не на чьей стороне. Ни на российской сейчас, ни на украинской, ни на европейской, ни на американской. Я просто говорю как сторонний наблюдатель. Вот хотя я россиянин коренной, но я говорю как сторонний наблюдатель. Нельзя лгать. Давайте прекращать это. Потому что вот эти события на Украине очень плохо могут закончиться для всей планеты. Подчеркиваю, планеты. А может даже Солнечной системы. Это тоже не исключено. Поэтому давайте наводить порядок у нас в доме и хватит мусорить грязью, хватит врать. Надо говорить правду, учитесь говорить правду. Это мое личное мнение. Выбор за вами. Посмотрите, во что превратится тогда. Ваш выбор. Сейчас я хочу сказать следующее, что получается, я вас настораживаю и подготавливаю к тому, уважаемые телезрители, чтобы вы очень щепетильно относились к словам. Вы вот скажете какое-то слово, вроде бы так, легкое, простое. Ну, ребенок обратился к маме, отстань, говорит, все, пошла. Вот это вот слово одно только может быть, ну вот сказанное точно, как говорится, вот в такое время, в такой момент, что оно может перевернуть всю судьбу этого ребенка. Что он теперь вообще от всех отстанет и будет, может быть, негодяем каким-то. А может быть, начнет болеть, потому что начнет сворачиваться, думать, что он никому не нужен, там, ну и так далее, и тому подобное. Да будьте аккуратны, вы что творите? Слова – это очень серьезно. Любое слово очень серьезно. И не думайте, что слово несказанное, а промысленное – оно несерьезно, оно еще может быть значительнее. Ведь можно не вслух говорить, а про себя думать. И это тоже работает. Ну, это ну, как бы отдельное рассмотрение, но я еще раз говорю, слова можно прочувствовать, энергию слов, да, и это работает. Можно сказать слово, это работает. Можно подумать слово, это работает. Можно просто ощутить состояние слова, то есть дух, духовно, да, и оно тоже будет работать. Но опять подчеркиваю, в зависимости от авторитета личности, которая произносит это слово и будет иметь последствия своего действия. А, смотрите, вот шаман там, да, вводил в раж всех там, селян, в котором вот он в селе жил, да, в котором он участвовал в каком-то ритуале, да, вот вводил в раж, и все там под его бубен там вопили, танцевали, кликали, ждали дождя, к примеру. И в конечном итоге там эти вот 100-200 человек этого поселения возле костра входили в это состояние такое, что вот это слово «дождь» или «призывы дождя» возникло в энергетическом потенциале авторитетно настолько, что дождь пошел. Потому что вызвана была искренняя подача этого слова, этой просьбы. Вот видите, как интересно, что слова тогда сбываются, когда они искренне произносятся. Когда они искренне, когда они подчеркивают правду. Потому что если слово говорится как ложь, заведомо тем более ложь, или неискренне,
не прочувствовано, да, не выстрадано, то и работать это слово будет мизерно, чуть-чуть. А уж если еще слово сказано, как я сказал, в состоянии правды, абсолютно искренне, да еще и авторитетной личностью, да еще, может, всемирно авторитетной личностью, энергетически авторитетной, то слово молниеносно работает. Понимаете? Можно настолько быть авторитетом, что выйти и сказать: конец Вселенной, и Вселенная закончится. И она вся уничтожится, вся перестанет существовать. Даже так. Поэтому будьте бдительны, к словам нужно относиться очень серьезно. Ну, я пока ответил на первый вопрос рация. Я понимаю, что не на все нюансы этого вопроса я ответил. Но насколько сейчас вот было у меня желание, насколько было горение и взаимность в ощущениях, да, вот этой темы с рацием, и вас я всех, уважаемые телезрители, чувствую, насколько вам это вот нужно и в каком ракурсе, и в какой связи. Я постарался ответить. Я думаю, что все-таки новое вы уже подчеркнули. В каких-то штрихах все равно подчеркнули. Будьте аккуратнее и бдительнее. Давайте послушаем следующий вопрос. Рация. Согласно теории Дарвина и находкам, которые были сделаны на Земле, считается, что был первобытный человек, который не умел произносить слова. Он, я так подозреваю, умел произносить только звуки. Когда-то давным-давно я видел фильм, в котором показана жизнь первобытного человека среди динозавров. Фильм сопровождает только музыка и какие-то звуковые эффекты. Люди, по сути, там не разговаривают, только, возможно, издают какие-то звуки. Скажите, пожалуйста, как оно было на самом деле? Человек был создан уже умеющим произносить слова? Или было время, когда он издавал только звуки и, как это принято считать, бегал с копьем за мамонтом? Здесь вот на этот вопрос я скажу так. Однозначности здесь быть не может. Планета Земля, так называемая, существовала многие-многие-многие времена. Но когда-то наступил момент, что здесь стали появляться некие другие, я бы сказал, где-то, вот, ну, можно сказать, инопланетные гости, которые стали тоже здесь расселяться, ибо эта планета была избрана Всевышним для сбора камней, для построения Царствия Небесного. Ну, так случилось, что Земля была избрана давно-давно уже. И постоянно готовилась к этому. Так вот, получается, что да, с точки зрения, допустим, ну, Дарвина там и кинофильма, который смотрел раций без звука, без человеческой речи. Вот с точки зрения вот этих представлений и режиссуры, и теории, да, ученого известного. Да, на Земле были времена, когда люди слабо разговаривали, только какими-то жестами понимали друг друга через жесты, ну и так далее и тому подобное. Но вот прибывавшие, да, в Землю, планету сущности, они уже все говорили, естественно, между собой. И понятное дело, что от них учились говорить и местные, да, местные проживающие здесь, ну, будем говорить, племена, некие племена, ну, группировки людей, да, или рода людей. Но вот эти новоприбывшие, они уже говорили на языке и общались полноценно. Причем они говорили и телепатически, там разные были совершенно варианты, и так говорили обычной речью. Там очень много-много было сбора, очень много сбора. Я еще раз подчеркиваю, что на эту планету центрально подавались определенные расы людские для того, чтобы собрать все мироздание в божественное состояние. Так вот, все-таки, еще раз подчеркиваю, были времена именно на Земле,
слов как таковых почти не было. Но потом появилась и речь. Они научились говорить и понимать друг друга, когда сюда были поданы божественным началом расы для сбора камней, для построения Царствия Небесного на земле. Так что, получается, однозначного ответа здесь нет. И то, и другое имеет место быть. В первом романе астрально-мистической эпопеи «Астральное тело. Скоморох или начало магии» вы пишете, что благодаря словам люди перестали быть богами. Вы могли бы прокомментировать эту мысль? Да, действительно. В романе «Астральное тело», в первом романе, была такая фраза, что благодаря словам люди перестали быть богами. И эту фразу произнесла героиня романа Аня Олейникова, которая пришла в гости, находилась в кабинете директора лесного поселка у Сергея Истины в гостях была. Так вот, почему так было сказано? Дело в том, что те племена, которые прибывали сюда на землю, я уже говорил в предыдущем ответе на вопрос Рати, отвечаем, те племена, они вообще не разговаривали. У них были божественные отношения, телепатические, они понимали друг друга без слов, но те люди, будем говорить так, да, которые были как бы полуживотные еще, которые здесь жили на этой планете, они вообще их не поняли никогда, они именно разговаривали, но очень рвано, очень неуклюже и примитивно, понимаете? В основном на языке почти жестов. И вот чтобы научить этих людей, подтянуть их, да, научить говорить, общаться, взрастить цивилизацию на Земле, вот те, которые пребывали, расы, они начали говорить друг с другом специально для того, чтобы научить народы Земли тоже разговаривать и развиваться. Потому что ведь сбор камней всего мироздания должен быть. А здесь самая низшая была цивилизация на Земле. Она специально была интегрально выбрана. Сюда поступили самые высокие, высокодуховные сущности, и самые низшие тоже находились. Вот этот интеграл и был выбран Всевышним для того, чтобы именно здесь и собрать Царствие Небесное, все камни для Демиурга. Так вот, получается, те сущности, которые пребывали, они были на уровне богов. Это были там, вернее, не все они были на уровне богов, но какие-то из них, да. И они начинали говорить между друг другом, переходя специально, нарочито на язык уже разговорный, на речь человеческую. И постепенно так случилось, что часть из этих так называемых бывших богов, да, вообще разучилась ощущать мир как боги, да, а стали говорить вот только на уровне слов, даже они. То есть они стали перерождаться здесь и так далее. Но так было задумано Всевышним. Так было задумано Всевышним, чтобы все перемешать здесь, чтобы все и племена земные, и те, которые прибыли, уравнялись совершенно, гены переплелись, создалась общая масса сознания, и тогда на эту уже планету, на Землю, были рождены, сейчас вот такое время уже есть, рождены все боги возможные. Все, какие только есть боги. Почему вот сейчас и создан квантовый календарь. Начинаете по нему жить и будете жить 400 лет. Наберите в любом поисковике в интернете квантовый календарь и начинаете жить в другой, новой эре всемирного сознания. Так вот, все боги сейчас рождены совершенно, потому что грядет вот эта вот сборка. Сбор камней. Не, она не будет молниеносной. Молниеносной, конечно же, нет. Это на определенное время будет продолжаться. Но вот эти боги пришедшие, они обладают уже божественным видением и божественным общением. Ну, с виду они говорят, как бы между нами живут в образе обычных людей, говорят на нашем языке. На самом деле это боги. И боги, и полубоги сейчас все рождены. И они все сейчас на земле.
Да. И вот теперь уже будет совершенно другое. Те, которые пришли расы, они перемешались с расами на Земле, жившими, примитивными. Все это уравнялось, и теперь гены начнут постепенно подтягиваться земные и всего мироздания через приход этих богов к объединению. И когда придет Всевышний, а он в течение ближайших уже 7 лет явится на Землю живьем, сбор камней начнется уже, будем говорить так нашим языком современным, официально. То есть вот так я бы ответил на этот вопрос. Можно ли представить себе жизнь людей на Земле без слов? Да, Рати, именно к этому-то цивилизация сейчас и идет. Что на Земле, конечно же, наступит время, когда все люди будут общаться без слов. Потому что Царствие Небесное подразумевает не только телепатическое, но высокодуховное общение, то есть абсолютную скорость, божественную скорость общения, молниеносное присутствие в любой точке мироздания, ответа или вопроса, мгновенно, понимаете? Вот к этому идет все, к этому. И это обязательно наступит и сейчас формируется. Конечно же, можно представить. Поэтому вот новая эра всемирного сознания, она именно на это и нацелена. Это сборка, да, сборка всего мироздания на нашей планете, которая пока именуется Земля, а значит без имени планета, к сожалению, а потом будет иметь имя. И имя нашей планеты будет Соло, планета Соло. Ну, потому что она солирует во всей Солнечной системе и даже в мироздании. И Соло понятно абсолютно на любом языке, не во всей Вселенной. Поэтому и будет у нашей планеты имя Соло. Всеслав, когда я учился в школе, мы изучали на уроках русского языка такое понятие, как архаизмы, то есть устаревшие слова. Почему так происходит, что некоторые слова устаревают и появляются новые? Ну, вот, к примеру, слово «ланиты» обозначает «щеки», либо слово «очи» означает «глаза». Почему появляются новые слова? В чем причина того, что старые слова перестают устраивать человека? Ну, Рати, здесь можно ответить многогранно. Я постараюсь не очень затягивать в этом месте с ответом. А вот поясню на крайнее слово. Да? Вот «очи». Почему перестали «очи», а «глаза» стали говорить? Ну, сами понимаете, что все больше и больше стало появляться такого явления, как «очки». Очки, то есть это что-то на очи, да, на очи одевается. И поэтому, когда говоришь человеку «очи», то уже подразумеваешь частично и очки. То есть таким образом можно пачкать людей, и все тогда обходили уже в очках, понимаете? Это все слова, и они все работают. Поэтому произошло разделение «очки», от «очей» пошли, да, они остались, и существует новое, да, глаза. Глаза. Значит, получается, разделение произошло. И «очи» стало архаичным словом. То есть сегодня почти неупотребляемым. Ну, может быть, там где-то в поэзии чуть-чуть, там кто-то в каких-то художественных текстах или там в какой-то связи может упомянуть это слово. На самом деле, сейчас оно уже совершенно не упоминается практически, то есть не употребляется. То есть стало появляться такое понятие, как очки. Естественно, нужно разделение сделать, потому что тогда бы возник такой эгрегор, что у всех бы людей, то есть это была бы просто болезнь, абсолютно у всех было бы со зрением фигово. Да, в принципе, это и наработано сейчас, что где-то после 40 лет, 50, уже почти все доктора говорят, у всех будут очки там и так далее. А понимаете, что делается, да? То есть вот надо было давно уже поменять глаза и очки разделить, понимаете? И очи, вернее. Но немножко поздновато это произошло, и отсюда уже эгрегор медицинский сформировался, что вот к 50 годам у всех уже очки, понимаете? То есть это вот очень серьезные вещи, имейте это в виду. Поэтому нужно отслеживать подобные слова и вовремя, естественно, отправлять их на историческую отдых или свалку иногда, в историческую шкатулку, там, в сундук и куда угодно. То есть все-таки слова
не то чтобы устаревали, да, а слова могут, как сказать, создавать комплексы в человечестве. Вот на этом примере с очками я пояснил, почему слова устаревают. Понимаете? Но на самом деле они не устаревают, а просто происходит перерождение, новые значения возникают. И чтобы не создавался прочный какой-то ненужный негативный эгрегор, нужно вовремя какие-то слова отправлять на исторический отдых, на исторический отстой просто в истории и забывать. Когда я учился в школе и изучал произведения русских классиков, мне попалось такое русское имя Параша. Меня очень сильно удивило это имя, так как для меня это слово обозначало двойку. Позже я узнаю иное значение этого слова, как тюремный же организм. Скажите, пожалуйста, как так случается, что слова меняют свой смысл? Любое слово имеет энергооснову. Меняется ли эта энергооснова, когда меняется значение слова? И если меняется энергооснова, то почему это происходит? Ну, Раси сам подсказал слово, с которым можно поработать мне в ответе на его вопрос. Вот, в частности, Параша. Да? Дело в том, что самое страшное, что люди не обращают внимания, это в любых языках, хоть в английском, хоть в русском, хоть в французском, немецком, еврейском, каком угодно, люди не обращают внимания на двойственные, тройственные и много-много смысловые характеристики какого-то одного слова. И даже вот в словарях читаешь, одно слово означает в разных ипостасях, в разных гранях совершенно разные смыслы или близкие по духу, но все равно разную цепочку событий вызывают. То есть получается, что люди пользуются словами и неточными словами. То есть не могут точно выразить свое мнение. Его человека могут не понять, потому что он говорит с одним смыслом, имея в виду, подразумевая что-то одно, описывая какое-то же событие или себя хочет вот высказать, а его понимают по-другому, потому что у другого человека с детства закодированы эти слова, которые он сейчас произносит, а он слушает их, да, то есть произносит его собеседник, а это слушает, у которого закодированы, вот, а они закодированы по-другому, и он слышит совершенно иначе все, и он может схватить нож и зарезать за обычное слово какое-то, понимаете? Поэтому сами вот представьте себе, если девушку раньше звали Параша, то это считалось великолепно. По энциклопедии можете посмотреть, что означает это слово. Да? Я думаю, это несложно. Сейчас не это важно. Важно, что это просто имя. Да? Нормальное, прекрасное, женское, славянское имя. А в тюремном лексиконе, да, там Параша – это уже место, где отходы. Отходы, то есть где какают, писают, извините, да? То есть это туалет. Можете себе представить, да? Это ж какой интеграл, имя прекрасное девичье, да? Чистота, девственность, и вдруг Параша какая-то, да? Во-первых, это сразу сказывается на чем? Сказывается на общем эгрегоре России, на общем эгрегоре русской речи, на общем эгрегоре состояние русского человека. То есть это, я бы сказал, унижение достоинства, понимаете, определенной нации, в данном случае русской. Поэтому кто это придумал или это случайно, я об этом сейчас не говорю. Но вот эта вот многозначимость этого слова обязательно будет нарушать спокойствие эгрегора, обязательно будет пачкать целый язык даже, понимаете, проникать во все его уголки. Вот. Очень-очень много-много вот таких вот значений. Допустим, толчок. Раньше толчок, что это было? Это могло быть толчок, и где-то толкут что-то, да? Это толчок мог быть, особенно послевоенные толчки, где люди продавали какие-то вещи. Но толчок сегодня еще – это унитаз. Самое главное понять нужно, что любое слово, которое имеет множество смыслов, это уже, извините, поганое слово. Старайтесь его обходить. Поэтому если сегодня Параша есть имя, да, девичья, и есть Параша, да, унитаз в тюремных затворках, за стенках, то лучше тогда, конечно, больше не называть девочек таким именем, потому что оно уже испачкано, понимаете? Зачем тогда называть?
И кто это делает, тогда он поганит и судьбу человека там, ну и так далее, и тому подобное. Ну это же ужас, да? То есть вот здесь нет специалистов, нет исследователей. Это же даже еще внутренний конфликт внутри человека происходит. Когда вы произносите какое-то слово или думаете каким-то словом, то когда оно имеет множество смыслов, оно может поранить вас изнутри, может осквернить память предков, да все, что хотите. Понимаете? Надо научиться говорить однозначными словами, чтобы слово точно выделяло конкретную позицию, конкретный, значит, как говорится, бугор, с которого видно только вот это, а не непонятно что, понимаете? То есть это очень важные вещи. Отсюда у нас и законы тогда вот в России возникают такие, что каждое слово можно объяснить по-разному. И закон получается куда, да, помните, как вышло, куда не повернешь, туда и вышло, как говорится. Вот. Куда повернешь, туда и вышло. То есть из-за этого и все происходит, когда многозначимость слов. Это неправильно. Это неправильно. Надо работать над языком, над его смыслами. Особенно нужно уделить внимание, я считаю, это вот популяризации так называемой. То есть это какие слова звучат с телевизионных каналов центральных, да, радиостанций там и так далее. Там огромная ответственность. Ведь люди там, эти вот дикторы там и так далее, да, а ведущие разные, они не понимают, что они творят, они, а может, кто-то и понимает, ну, разбираться отдельно нужно уже образом. Ведь идет осквернение, просто осквернение всего пространства, понимаете? Это полнейшее неуважение. Пора чистить язык, пора его фундаментально пересматривать. И сегодня столько есть понятий интереснейших, а в языке в нашем, в русском, нету их, да? Или их просто швырнули в сторону. Берем иностранное какое-то слово. Зачем поганить иностранными словами, когда у нас есть прекрасные русские слова? То есть, видите, очень много-много-много вот этих нюансов. Запомните раз и навсегда, все-таки еще раз говорю. Если вы произносите слово, и оно имеет разные смыслы, то лучше откажитесь от него. Особенно где-то, если в серьезном месте, где тонкие надрезы ваших отношений с каким-то человеком, с каким-то обществом. Поймите, это чревато. Потому что есть сразу лазейки. Вот вы произнесли слово многозначимое, и уже есть лазейки через это слово кому угодно подлезть, помешать даже вашему бизнесу или здоровью, или чему угодно. А вот если однозначно сказано, слово, имеющее однозначное, да, решение, однозначную позицию, немного смысловое, то никто туда не залезет, кроме вас. Вы вот сказали напрямую, и оно было воспринято именно так. Поэтому учитесь говорить однозначно, любимое слово Жириновского. Вот, однозначно. И я здесь его еще раз подчеркиваю. Учитесь говорить однозначно. Пожалуй, в любой точке земли известен русский мат. Мне попадались весьма разные объяснения и трактовки воздействия русского мата. Кто-то говорит о том, что матом можно пользоваться как оружием. Кто-то говорит, что это защита. Его можно использовать как оберег. Кто-то говорит, что произнося матерные слова, человек негативно воздействует на свое тело и на тело человека, находящегося рядом. Это утверждение делается на основе опытов с водой, ведь человеческое тело на весьма большой процент состоит из воды, а структура воды под воздействием мата меняется. Также я слышал версии, что русский мат использовался у славянских жрецов. Скажите, пожалуйста, что же из себя представляет русский мат? Какова энергооснова русского мата? Как он воздействует на физическое тело? Вредно ли материться или же это наоборот полезно? Насколько хорошо или плохо использовать матерные слова? И если бы вы могли рассказать коротко, а откуда, собственно, появились матерные слова? Откуда появились матерные слова? У человека появилась, прежде всего, потребность
потребность в них. А какая именно потребность? Потребность что-то выразить таким образом, чтобы было контрастно относительно обычной обыденной речи. Понимаете? Вот. Помните, как в известном художественном фильме «Джентльмены удачи», когда батарея упала на ногу главному герою, ему очень больно, он говорит: этот Василий Алибабаевич, этот нехороший человек, этот редиска, на ногу мне сбросил радиатор, батарею, да? Потом все-таки не выдержал, падла, сказал, да? Извините за такое слово. Вот, все-таки сругался. Почему? Потому что у человека бывают такие состояния, когда ему хочется что-то выкрикнуть, да? Что-то выставить, что-то донести молниеносно. И в основном это что-то негативное, понимаете? Не восторженное, а негативное. Но сам мат ничего не значит, если честно говорить. Он значит только потому что-то, потому что это огромный эгрегор, это пласт, это, значит, авторитет. То есть его знают все. Как говорится, начиная от горшка два вершка, маленькие детишки, и заканчивая самыми глубокими стариками предсмертными. Да? Все знают этот мат. И понятно, что раз все знают, значит, авторитет этих слов очень велик. Точнее, сила их, не авторитет. Это не говорит о том, что все за эти слова и ратуют, и любят их, и ценят. Просто авторитет в смысле силы. То есть сила этих слов огромна. А если бы, скажем, придумали другие слова, и они казались бы тоже матерными, скажем, ах ты, розетка перегоревшая. То есть розетка перегоревшая – это как вот какой-то там известный выговор по матерщине, да, то, сами понимаете, тогда бы розетка перегоревшая тоже был бы такой же точно мат. Абсолютно точно такой же. И так же бы и вода реагировала на него, и структура менялась воды, и тело нашего структура может меняться от мата, потому что мы состоим на 90% как минимум из воды. То есть, получается, все зависит от авторитета. Кто-то будет ругаться с утра до вечера, а ничего не изменится. А кто-то один раз выругается правильно, как говорится, и у него, может, какая-то серьезная неизлечимая болезнь пройдет, понимаете? Он выбросит. Видите? То есть здесь от механики зависит, где, когда, как, для чего ты употребил эти слова, смотря как ты выразишь эти слова. Я уж не говорю об авторитете, вы понимаете, да? То есть если человек выражает с матом, да, но так выражается, что он всю свою болезнь внутреннюю, какую-то неизлечимую, переводит энергетически в эти слова и выбрасывает их, то он раз и выздоровел на следующий день. Такое может быть. Но если он умеет это делать, конечно. Или попал в такое состояние, понимаете? Или даже можно при помощи мата проклясть кого-то, там, человека, действия, целое общество, даже страну и хоть что угодно, да? Опять же, получается, каждое слово, да, оно должно быть авторитетно. Ну, поскольку в человеке авторитетно это вот эти вот матерные слова, в каждом человеке, да, поэтому он старается в них что-то вкладывать и выбрасывать во внешнюю среду. Или негодование какое-то, или отчаяние какое-то, или вопль какой-то, или пугалку какую-то, то есть кого-то устращать хочет. То есть какие-то энергии выбрасывает человек, пытается с этими словами. То есть эти слова у него как вот вагоны какого-то локомотива, и в них он нагружает энергию своей души, чувств, переживаний и вышвыривает во внешнюю среду. А поскольку эти слова более авторитетны, более энергоемкие и всеми признаны, как говорится, поэтому в эти вагоны больше нагружается, понимаете? Но еще раз подчеркиваю, что если сгоревшая розетка, да, перегоревшая розетка была бы матерщинным выражением, то тоже туда бы также точно могло нагружаться что угодно. Также точно, смотрите, молитвы даже возьмите. Извините, что я сейчас в этой связи упоминаю молитву, да? Но молитвы – это тоже слова, понимаете? Это тоже слова. И в них тоже человек укладывает определенные свои позиции, просьбы к Богу там и так далее. И естественно, что насколько эти молитвы признаны, авторитетны и многими употребляются, настолько человек может, и переживая в эти вагоны слов, да, молитвенных, вкладывать какую-то энергию и из себя выставлять, и она будет материализовываться. То есть каждое слово это вложено, может иметь вложение какой-то энергии вашей души.
И поэтому при помощи слов, правильных слов подобранных и правильной загрузки чувственно-смысловой этих слов при выставлении их наружу в среду, когда вы их произносите, вы можете материализовать целые события. Вы можете просто говорить, и все будет происходить так, как вы говорите. Конечно, этому надо учиться, но это абсолютно реально. Так люди и живут. Как думаешь, так и живешь. А я бы сказал даже сейчас в этой передаче, что говоришь, то и получаешь. Понимаете? В жизни. Поэтому научитесь говорить так, чтобы каждое слово переживать. И переживать искренне, справедливо, честно, без обмана. И они будут, ваши слова, особенно при условии, что они однозначные, они многосмысловые, материализовываться эти слова будут. Вот имейте это в виду. Поэтому мат – особая такая структура, на которую можно опираться только потому, что это общепринятое. А если вы сами придумаете какие-то внутренние свои слова, в которые вы будете верить, и они будут искренне и справедливы, то вы тоже можете загружать их так и выставлять энергии во внешнюю среду и материализовать, что похлеще мата может быть, понимаете? Вот. Поэтому, в общем-то, когда начинают оговаривать мат, плохо или хорошо, в подавляющем большинстве, конечно, если человек ругается, всегда это вызывает раздражение. Потому что все понимают, что во время того, когда человек ругается, он что-то выбрасывает. Какой-то негатив из себя выбрасывает. Или кого-то пугает, или защищается от чего-то. Поэтому это всегда воспринимается ершисто. Это всегда неприятно, понимаете? Даже тем, кто, говорится, виды видывал, и тоже неприятно слушать мат. Вот. Поэтому, в общем-то, мат – это откровенные выбросы энергии, нескрываемые, когда человеку может или терять нечего, или он уже, как говорится, в позиции гордыни, или вообще уже просто обезумел. И вот он орёт, говорится, и он выбрасывает это все. Но есть люди, которые с утра до вечера матерятся, и для них это уже как бы обычные слова, разговорная речь, да? Если человек забудет, такой человек забудет матерные слова, он вообще онемеет и перестанет говорить, так юмористы говорят. Но я вам кроме юмора говорю, вот правду говорю, что, оказывается, нужно очень быть бдительным. Можно заживать так эти вот слова, да, научиться жевать матерные, что они будут ежедневным обычным сырьем и ничего из вас не будут выводить. То есть мат – это особые слова, которые, если ты употребил, то ты что-то точно выбросил. А вообще я рекомендую создать свои слова, внутренние слова, и может быть, этому даже учить детей своих, чтобы они имели эти внутренние слова, когда их можно произносить в каких-то экстремальных ситуациях. Вот учите ребеночка с детства говорить, ну, у каждого свои будут слова, не общепринятые, а свои. Вот научите, допустим, что когда ваш ребеночек, там, скажем, ваш сын или там, ваша дочь, друг говорит, скажем, звонкая трещотка, предположим, да, то, значит, в это время это для нее, как вот она ругается по бабушке. То есть вот с детства вы приучили так вот ребеночка понимать. И он по жизни уже старается избегать этого понятия, вот этого обособления, но если употребляет это в разговорной речи, то он именно выбрасывает что-то. И он таким образом будет жить не хуже других, которые матерятся, но у него будут свои слова, которые, по крайней мере, других людей не будут поганить, понимаете? Не будут поганить, но работать не будут не меньше, чем мат. Точно так же будет все материализовывать. Это вот мой вам совет. Бывает так, что человек говорит, и слова льются из него легко и свободно, и его легко и приятно слушать. Но бывает так, что даже если человек знает, о чем ему говорить, слова застревают, и ему приходится из себя их выдавливать. Ему даже тяжело их произносить. Как бы вы могли объяснить это явление с позиции энергологики? Раси, я считаю, что этот вопрос, конечно же, не очень-то удачный. Это вот мое личное мнение. Да еще с позиции энергологики ответить, да, почему у кого-то стопорятся слова, а у кого-то нет. Это все касается вообще-то системы красноречия. То есть, насколько человек красноречив, насколько он начитан, насколько он имеет идею своего разговора, насколько он впечатлен своим разговором, насколько у него это является, этот разговор или его речь какая-то, его степенью необходимости или даже первичной необходимости, вплоть до жизненной силы, понимаете? Все от этого зависит. От настроения, от того, выспался человек или не выспался, поругался он с кем-то или нет, насколько он владеет своими чувствами и управлять ими может, мыслями.
Понимаете? Насколько он держится и имеет опыт держаться на публике. То есть это от многого-многого зависит, Радси. Поэтому этот вопрос, может быть, стоит отнести на отдельную передачу, где можно рассмотреть уже всякие оттенки, может быть, как учиться этому красноречию, в каких случаях вот так происходит, в каких вот так, почему вот так, а не этак, и почему человек вдруг не может что-то говорить, почему стопор там уходит. Это тема, мне кажется, отдельной передачи совершенно, но не здесь. Да? Потому что бесчисленное множество вариантов, почему человек может застопориться и что-то не говорить. Вплоть до того, что он изумился, испугался или еще что-то. Существуют ли слова, которые опасно произносить? Вы могли бы о них рассказать? Ведь так часто бывает, что человек использует какие-то слова, но совершенно не знает, как это слово воздействует на него и на окружающих его людей и вообще окружающее пространство. Вы могли бы рассказать, какие слова, если такие существуют, лучше не использовать в жизни? Конечно же, существуют такие слова, которые опасно произносить и лучше не произносить. Но я бы не сказал, что они общепринятые. Скорее всего, это больше, в большем случае индивидуальные слова. То есть вот что значит для человека лучше не произносить какие-то слова или их сочетания? Здесь больше надо говорить о сочетании слов. Да? Но по карме человек, допустим, должен утонуть. Интуитивно всю свою жизнь он боится воды. И в конечном итоге он все равно в ней утонет. Да? Ну, исключая те моменты, когда он вдруг понял это, что он боится, и преодолел это. Вот у меня есть работа по инкарнациям, есть такая работа по инкарнациям человека. Люди ее у меня заказывают, и я описываю человеку его жизнь, его главный смысл жизни, на что он опирается, какие были предыдущие инкарнации, многое-многое другое. И тогда, используя эту работу как проводник, человек может миновать каких-то проблем и вот этих вот нюансов, когда он может погибнуть, там, утонуть или разбиться с высоты, там, ну и так далее. Ну хорошо, возвращаясь к ответу на вопрос. Значит, получается, у каждого человека есть те сочетания слов, которые он лучше бы не произносил. Потому что если вот он боится утонуть, то, естественно, даже слово «вода», особенно «большая вода», или просто даже утонуть, оно уже будет его настораживать и пугать, и ему будет неприятно на уровне даже подсознания. Он будет стараться увиливать от таких слов, и они будут как бы приближать его смерть, понимаете? Кармическую смерть. А уж если это будет с каким-то сочетанием, то есть какие-то еще другие слова, утонуть в болоте, да, или там утонуть в реке, а он как раз должен в болоте или в реке утонуть, то у него вообще будет вот колотун возникать, состояние такой вот нервозности, вплоть до стопора, понимаете? Поэтому вот у каждого человека есть такие слова, которые он боится. Видите? То есть то, что вы боитесь, значит, все слова, звуковой ряд этих вот значений, смыслов, да, которые выражаются всегда в словах, то, чего вы боитесь, лучше вот этот звуковой ряд слов не озвучивать. Не озвучивать вам и стараться не мыслить этими словами, этими категориями. Потому что, опять же, не из-за страха, а просто успокоить себя, чтобы, понимаете? А потом уже, когда вы успокоите, это целая система, да? Вы уже можете пойти и преодолеть это в жизни своей. Как? Это уже отдельный разговор, это я могу научить вас, приходите заниматься. Существует такая поговорка: словом можно убить. Но я так думаю, что словом можно исцелить, и поддержать, и даже оживить. Но бывает так, что человек произносит слово, и его даже не слышат. Вы могли бы рассказать, в чем сила произнесенного слова? Все зависит от авторитета человека, который произносит то или другое слово. Вы уже это поняли. Дальше. От того, насколько это слово или слова авторитетны у многих людей или у всех совершенно. Да? Это вот я приводил пример там из Библии, и с Христом связанные,
и с матом, вот мы, извините, разбирали, да, и так далее. То есть от авторитета все зависит, конечно же, от сущности, от его силы мышления, насколько он, да, авторитетен не только среди людей, а энергетически авторитетен, то есть у Бога авторитетен, на глазах Всевышнего, так сказать. Ведь есть люди, которых нельзя даже убить. Не дай бог, его можно вдруг подумается кому-то убить, то вся вселенная рухнет. А можно вдруг уничтожить тысячи людей, и ничего не будет, понимаете? Поэтому каждый человек, конечно, на своем месте, но значение у всех разное, и масштабы разные. Поэтому все зависит от масштаба. Христос мог говорить одно слово. Фа! Фа! Зеленый цвет. Да? Вот у нас солнечное сплетение. И человечность, да, душу прочищал мгновенно, и человек выздоравливал от одного слова только, понимаете? То есть, получается, все зависит от весомости слова, от авторитета человека, от времени произношения, от искренности, от необходимости. Ведь Христос выслушивает благодарность какой-то женщины, которая хвалит его и благодарит за то, что он сына ее спас, а он говорит ей в ответ, что вера твоя спасла его, да? Вера твоя. То есть, получается, разве слово Христа было доминирующим, главным? Нет. Хотя и да. Но вера этой женщины так восприняла это слово, что оно выросло в излечение ее сына. Поэтому, с одной стороны, авторитетность произносящего слова, и с другой стороны, огромная вера воспринимающего это слово. И если то и другое на пике, то есть на высоком уровне, то настолько и действенно будет слово. Любое слово, подчеркиваю. Спасибо. Ну что ж, наша передача подошла к концу. Я очень искренне благодарен Рацию Татарису, моему соученику, за интересный порядок вопросов. И хочу вам напомнить, уважаемые наши телезрители, что вы можете подписаться на YouTube на наш телевизионный канал, видеть передачи мгновенно, а не выискивать их в интернете. Также вы можете подписаться на мой блог на моем сайте seslav-solo.ru. И вообще, принимайте активное участие в распространении нашего телевизионного канала, рассказывайте всем о нашем канале, приглашайте новых телезрителей, задавайте вопросы, присылайте письма, звоните, приходите, пишите, что у вас на душе, какие темы хотите поднять. Наш телевизионный канал энергетически всегда откликнется и поддержит вас. Мира и добра вам, удачи, осознания себя. Мы все рады вам. Наш телевизионный канал рад нашим телезрителям.